В Одинцовском городском округе до конца лета этого года комплексно благоустроят 22 дворовых территории. Установят детские площадки, обустроят лавочки, урны, информационные стенды, заменят асфальтобетонное покрытие. Объекты благоустройства расположены в Одинцово, Звенигороде, Кубинке, Савинской слободе и других населенных пунктах. Напомним, в прошлом году в рамках муниципальной программы провели благоустройство 23 дворов.